Ну что, ребята, всем огромный привет, ну и как вы поняли, сегодня мы с вами немножко поиграем на моем, получается, основном аккаунте. Да, ребят, на том самом аккаунте, на котором у меня сейчас прям мега мало кубков, я не знаю, можно ли так говорить. Ну, короче, вы поняли, просто-напросто очень мало трофеев, то есть, как вы сами знаете, прокачка у меня более-менее ничего, но вот именно по кубкам очень сильно все плохо, потому что на аккаунте я практически не играю, не так сейчас много на это дело времени, не так сейчас много на это дело желания, поэтому, ребята, по кубкам прям люто отстой, то есть, как вы сами видите, прям, ну, мега-мега редко играю, и это, как правило, получается только на запись, поэтому сегодня будем хапать трофеи, потому что до конца сезона остается буквально 5, ну окей, давайте скажем 6 дней, и собственно за эти 6 дней нужно, блин, ну в идеале хотя бы 4500 поднять, а там уже будет видно 4600 или дальше получится у нас или нет подняться, но вот 4500, я думаю, нужно 100% попробовать, поэтому сейчас попытаюсь почаще играть и именно эти кубки самые апать. Так что, ребят, полетели, ставим сундук на открытие, открываем вот это вот дело, квестовые, собственно, сундучки тоже чекаем, что у нас тут имеется, и вообще квесты в целом смотрим, потому что это всегда тема полезная, много можно интересных плюшек за это дело получить. Так, сыграй в боях 1 на 1, сыграй эпиками, дорогая игра, 6 капель 30 раз, а у меня... У меня нет таких карт, поэтому такое дело мы просто-напросто берем и вот таким вот образом заменяем. Во, вот это вот, в принципе, нормально. Также, ребятухи, жидкий... Не понял, ты гля! Ты гля, девулики! В смысле лысый, в смысле жидкий? О, вонючки. Ну ладно, откроем тогда давайте клановый сундук, посмотрим, ребята... Чё, отсюда нам с вами дропнется, естественно, надеюсь, на легендарочку, но может получиться нифига хорошего, легендарка может попросту не выпасть. Да, в принципе, как и ожидалось, но в любом случае окей, как говорится, и так пойдет. Так, откроем также, ребят, бесплатный, господи, бесплатный, серебряный бесплатный сундук, вот так вот можно сказать, отсюда, и, наверное, все, больше даже закупать ничего не буду. Ну что сказать, погнали, погнали, ребятухи, почекаем, что у нас творится в глобале, 10 левел, вот это вот, кстати, интересно, потому что 10 левела не так часто тусуются, а если тусуются, то у них либо хорошая прокачка, либо отличный скилл, а в итоге бывает и то сразу же, поэтому, ребята, готовимся ко всему, и сразу же, поэтому погнали, что сказать, так, я даже не знаю, ну давайте вот таких вот чисто гоблинов отвлекающих, вообще надо было гоблинов на самом деле оставить, там мало ли продевца надо будет, ну ладно, пофиг, так, ребятухи, тут запаем, отлично, его банду гоблинов мы убили, хотя прям большого плюс какого-то я от этого вроде как не получил. Так, да ладно. Это за бейт, ясно, понятно. Я вас понял, сэр, уважаемый. Так, ребятухи, фигачим грома. Вот таким вот образом мы вроде как более-менее дельно отбились, если честно вам сказать. То есть, да, слушайте, хотел сказать, да, немножко урона по нам залетело, а потом смотрю, да что-то нифига не немножко, если так посмотреть. Очень даже множко урона залетело, ты гля. 2300 хп остается, это что-то прям, ну вообще, по-моему, не дело. Я не знаю, как вам, ребят, но мне кажется, что это что-то как-то прям, прям жестко. Косарь хп был, косарь хп нет. В то самое время, пацану мы сколько, всего лишь, ну, грубо говоря, 200 с копейками урон нанесли. Это что-то как-то вообще не ахти. Ладненько, сейчас посмотрим. Так, друзья, есть подозрение на то, что у челика есть адская башня, поэтому готовимся ко всему самому хорошему и не очень. Так, ребятухи, тут естественно разряд мы с вами вот такой вот стелим осторожненько и не спеша, не торопясь. Тут, ребятухи, я думаю, есть варик постелить poison. Вот такой вот, ну, опять же, мало ли, поможет как-нибудь. Но я так смотрю, что-то гигант, ребята, вообще как-то приуныл. Хотя одну тычку, в принципе, дал, на этом ему уже можно сказать спасибо, я думаю. Но в любом случае, конечно же, хотелось бы побольше. Так, ребятухи, наша ночная ведьма там орудует, в принципе, более-менее ничего так. Рыцаря. Рыцаря, я думаю, мы обезвредим вот таким вот. Ты гля, какой он гад. Просто, как же он меня раздражает на самом деле. Вы бы, ребят, только знали. Блин, и его вот гоблины, капец. Запа у меня не было в этот момент. Они прям вот как всегда не кстати. И при этом получается так, то что пацан и левую вышку, и правую нам коцает. И, кстати, зачастую, когда так делается, нифига хорошего из этого не получается. Поэтому, в принципе, такой расклад меня более-менее устраивает. Это, ну, по крайней мере, 100% лучше, чем... Если бы он коцал одну башню нам, ну, прям жестко, так что, я думаю, нормально. Специально, ребят, сейчас потратил грома, потому что, думаю, вы все прекрасно помните про его бочку поганую, да-да-да-да-да, вот именно про эту. Поэтому на нее мы именно тратим разряд, тут мы делаем вот таким вот образом. Как же ты меня раздражаешь, поганка. Так, ладно, друзья, фигачим еще одного товарища. Тут нам стопудово нужно стелить poison. Именно вот такой вот гигант у нас фуловый. Отлично, это просто офигеннейшая новость. Так, ребятухи, принцессу мы забрали. Пожалуйста, ночная, живи. Отлично, ребят, ночная вроде как живет. Тут нам нужен разряд, однозначно разряд. Выручай нормас, нормас, ребята. Слушайте, да, что это за наказание такое? Дай пройти к твоей башне, пожалуйста. Ты че такой гад? Слушайте, пацан играет прям вообще по жести. Он мне даже к вышке не дает пройти, ты прикинь, да?
Так, окейшки, тут ребятам нужно начинать против его бочки, потому что вот бочка уже, как в ребятухе, сами видите, на подлете, поэтому это дело мы контрим. Тут ребятухи однозначно фигачим грома вот таким вот образом. Гром, я понял, гром был, грома нет. Замечательно, прям обожаю, когда так происходит. Так, ребятухи, пытаемся сейчас пушить. Скорее всего, сейчас опять торнадо в лицо получим, но это уже, в принципе, тема пройдена. Стоп, да ладно, он успеет, что ли? Погоди, 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 давай, 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 немножечко же. Не спрашивайте, как я только что выжил, просто не спрашивайте. И вот пацан 100% сидит. Вот сволочь, будь у меня тоже 11 левел, я бы выиграл. И это правда, целиком и полностью. Я соглашусь, если он так скажет. Ой, мои извинения, тут бизнес, бизнес, ёлы-палы. Короче, друзья, 10 левел, в принципе, за бетом. На самом деле, довольно удивительно в последнее время за бет видеть. Потому что, насколько я понял, за бет что-то как-то в последнее время, ну, прям вообще так себе юзается. И тут фигак и за бет дратути вот приехали. Ну, окей, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что за противники будут дальше попадаться. Кстати, если что, не обращайте внимания, то, что у меня периодически хромаки лагает. Я записываю видос, хотел сказать, рано утром, но нет, сейчас на часах без... Так, тихонечко, это, я думаю, всем интересно, сколько сейчас на часах. Короче, без 25, и на улице солнышко, и оно мне все портит. Поэтому, ребята, это, можно было занавесить шторы, но я ж дебил, поэтому кого, зачем занавесить? Так, кстати, тут вообще идеально можно постелить разряд, и очень даже в нехорошую ситуацию попадает противник. А по эликсиру после вот таких вот наших ходов, то есть на ведьму он потратил пятерик. Ах ты гад! На ведьму он потратил пятерик. Есть идея, донт сать, самое главное, ребята. Смотрите, что мы делаем. Раз, собственно говоря, и два. Оп, и вроде как, выкрутились. Ты гля, реально выкрутились. Прекрасно, я считаю, отлично. Кто-то благополучно у нас прокекал фаербол. Этим мы, друзья мои, пользуемся, естественно. Сейчас самое главное готовиться, я не знаю. Но армию скелетов он уже не скинет, потому что по циклу он тупо до нее еще не прокрутился. Да, вот единственное, что ему может помочь, это ведьма. Вот, в принципе, он ее и выдает, поэтому я уже... контролирую ее с помощью Пойзена. То есть, я думаю, забрать у нас ее стопудово получится, поэтому мы сразу же этим уже и занимаемся. Можно забрать ведьму? Спасибо, очень приятно. Так, самое главное, ребята, что сейчас нам надо ожидать и чего бояться? Это орда миньонов и это армия скелетов. То есть, по мелочи у пацана прям это... ну, сказать честно, все прям очень хорошечно, поэтому готовимся тут ко всему и сразу же. Так что, да, держимся на чеку. Так, я вас понял, молодой человек. Вы гад еще тот. Тихонечко, мыши давайте, летучий плюс гром. Нормально? Да вроде нормально, в принципе, фиг его знает, что-то, короче, получилось, что получилось, большой-большой вопрос. По идее, сейчас у пацана по элику большая жопа, потому что потратил он сейчас на армию скелетов принца и рейдж весь свой эликсир, и, в принципе, за счет этого вот этот вот наш заход прям офигенно получился, лол. У пацана только что была вышка почти фул, ну как почти, ну да, почти фуловая, и как бы... 283 хп, привет, как твои дела, видимо, не очень. Так, ну, окей, что можно сказать, продолжаем просто в том же темпе, надеюсь, то, что так же все хорошо и получится. Братан, можешь именно слева либо орду сейчас накинуть, либо ведьму? Или он уже ничего не будет накидывать? Есть как бы небольшое подозрение, судя по тому, что он ничего не делает, то, что он сдался, но это типа не точно, поэтому я в любом случае начеку, но нет, походу он все-таки сдался, я понял, ну что, можно сказать спасибо. И удачи, да, тут больше, ребят, ничего не скажешь. Слушайте, не, ну шикарно, что можно добавить. Отлично, ребят, каточка, вторая по счету. То есть, видите, да, как бы 10-х левелов расфигачиваем. Правда, там было на грани слива, но это не важно, да? 12-го левела тоже, пожалуйста, был 12-й левел, нет 12-го левела, замечательно. Ну и, в принципе, я считаю, шикарно. Так, друзья, одной короны нам с вами не хватает до королевского, поэтому погнали его выфармливать. Что можно сказать, полетели, собственно, этим и заниматься. Надеюсь, что сейчас все получится прям, ну, четенько, прям офигенно. Так, Марк. Супер, натуре, ново. Погнали чекнем, ёлы-палы, на что способен. Вообще, в идеале, ребят, сейчас бы я подождал. Посидел, подождал, пока именно начнет он именно ходить. Но если он не начнет именно, то начну я. Выбор тут, как говорится, невелик. Да, что-то он не начинает. Окей, начинаем мы. Чекаем. Сейчас, ребята, самое главное посмотреть, что он на это... Ага. Я понял, плохо то, что нет Пойзена. Можно было очень неплохо бы Пойзен на самом деле накинуть. Но его нет, поэтому фиг там. Фиг там пл... Ёлки ты палки, вот это вот не кстати, братан, вот это прям, ну, вообще прям, ну... Ладно, окей, я понял, ух ты, еще и мини-пека. Так, ладно, ребятухи, нам нужны гоблины, чтобы они просто поотвлекали всю эту билиберду. Ага, я понял тебя, бро. Кирдык наш ночной, вот что я вам, друзья, скажу. Ну, его мини-пеки также кирдык, потому что мыши там вышка, я думаю, доберут без каких-либо проблем, да? Да, отлично, так и получается. Ну и что, как говорится, два дебила это сила, ни один, ни второй урона не нанес. Офигенно, это про нас с ним прям, ну, четко. Опа, опа, ага, я вас понял, молодой человек. Так, ребята...
мы прекрасно помним, у пацана есть разряд, поэтому надо как-то вот это вот дело попытаться что ли обойти, обхитрить. Я не знаю, что из этого дела у нас вообще выйдет в целом. Так, я про запы, чтобы как можно меньше урона, я понял, хотел сказать, чтобы как можно меньше урона залетело, но в любом случае дэмэджа залетело дофига. Так, самое главное слева контрить именно гоблинами, потому что мы не смогли бы полноценно отдефиться мышами, потому что у него до сих пор... Да-да-да-да-да, я помнил, братишка, про твой замечательный разряд, и ты как просто истинный дивулик его взял и потратил. То есть ты понимаешь, да? Ты просто-напросто взял и дал мне зеленый свет на то, чтобы я сбросил летучих мышей. И из-за этого твоя мини-пека... Я вообще на самом деле планировал, что не мини-пека, а вышка. Его немножко пострадает, но окей, получилось так, как получилось. Пострадал его мини-пек. Так, только не говори, что она сейчас тычку даст. Во, вот это другое дело. Вот так вот, ребята, в принципе, должно быть. Ну что, как говорится, 1003 хп. Справа. Нам нужно добивать. Погнали. Гигант, собственно, уже вышел. Нам сейчас просто-напросто накинуть... Ага. Слева, значит, сейчас ожидать стоит довольно такой нифиговый заход. Я понял вас, товарищ уважаемый. Так, друзья, тогда смотрите, что я делаю. Я делаю раз... Я делаю два. Слева сейчас нам на самом-то деле придется не сладко, но я на туре готов, поэтому мы не сдаемся, накидываем здесь гоблиносов. Вот его варвары, друзья, это просто самый большой, ой, господи, самый большой проблемный именно момент от пацана для меня, потому что, ну, это капец, то, сколько они доставляют проблем, мне никто столько проблем не доставляет. Да ладно, мини-пека поганая, придется вот просто весь урон на гиганта перекидывать. Ну, вообще, Каев, блин, еще и ночную мне убил, ну что за сыроежка? Реально, так, ребятухи, фигачим поза, на колдуна слева тупо забиваем, вариков других, ну, по большому счету, нема. Короче, друзья, я понял, нашему... Ах ты поганка, ты гля, что творит. Пацаны, для гиганта это просто самая огромнейшая проблема, именно этот, господи, мини-пека и варвары, это кирдык просто, ты можешь брать и уже просто скидываться с... крыши. Са, крыши. Я красава, я умею правильно говорить. Друзья, короче, Poison и Шахтер, это наш варик. Вариков других, их просто тупо нет. Поэтому делаем именно вот таким вот образом, в надежде на лучшее. Так, сейчас пойдет опять же его мини-пек. Да, вот поганка. Так, друзья, тихо, все под контролем. Я все стараюсь контролировать. Тихонечко жить, не сдаваться, бороться. Ой, друзья, вот это вот потнява, вот это вот реально потно. Вот это вот капец непросто. Пожалуйста, don't touch my tower. Не надо, братик. Пожалуйста, остановись. Да какой маг, ну елки ты палки, какой нафиг маг. Разряд, друзья, мне кажется, этого нам не хватит. 160, подожди. Да ты чё? Да в смысле? Подожди. Нет, не может так быть. Так плохо, оно все не может закончиться. Это вообще не наша тема. 2, 1. Серьезно? 5 хп, Карл? 5? То есть, это плевок мышки, это удар вот такой вот гоблина, это просто дуновение гиганта. Вы серьезно? Я понял, вы хотите войны, вам будет война, я понял. Ты гляшот? Я понял. Кэп, братик, отдай мне вышку, мне нужен королевский сундук. Пацаны, вот это было, если честно, очень обидно. Вот это прям удар... Вы поняли, куда? Ой, не понял. Стоять, бояться. Тихо, господа. Вот сейчас вот с седьмыми шариками... Я понял, ребята, это воздух дека, и мы в дерьме. Все плохо. Так, срочно, ребят, запы, потому что иначе будет больно. Так, можно мега-муху обезвредить? Прям, пожалуйста. Отлично, руки за голову, лапы за голову, все нормально. Так, ну, первые ходы, короче, какие-то наши абсолютно дурацкие... Пока меня вывели в лидеры, то есть я нанес больше урона. Это прекрасно, это офигенно, это замечательно, вопросов нет. Но, что нам с вами делать? Это воздух колоды, елки-палки. Так, ребят, давайте я накину... Не спрашивайте, зачем я накину Poison? Я просто накину Poison, чтобы у меня не простаивал Элик. Чтобы забрать его вообще никак мне не мешающее. Вы поняли сами, что... Ой, ребята, возможно, я сейчас такую... Надо было на левую вышку оттачить. Нахрена я пошел на правую? Ну, камон, это же... О, это сейчас такая ошибка с моей стороны, друзья. Это кирдык просто. Все, минус наша ночная ведьма, к моему большому сожалению, она была, ее просто-напросто не стало моментально, да, друзья, что, в принципе, ожидалось, зато не стало точно так же его вышки. Ты погляди, а у нас еще есть гром, я напомню, который отлично сможет справиться с этими, господи, с щенками и потом еще и мега-муху покоцать. Слушай, а не так, что все и плохо стоит? Тихо. Гоблина потанкуйте, братики, пожалуйста. Просто поотвлекайте его мегамуху, я понял. Это много нам не дало преимуществ, но... Неужели он заберет вышку?
Ой, мне нечем. Мне особо, ребят, нечем просто контрить воздух. Прям вот, чтобы делать это жестко, делать это прям опасно. Как вы поняли, да, это моя такая прям проблемка, если честно. Так, все нормально, я собран, я сконцентрирован. Нам дождаться нужно гончую, просто по жести пушануть, пацаки. Тут вариков других нет, давай гончу. Ах ты поганый! Все, тикай с села. За такое, это такое не прощается, тебе вот так вот скажу, братик. Такое просто, оно реально не прощается. Готов у меня разряд, друзья мои. Он сейчас нифига не может сделать. Нет, он сделал, и притом сделал ошибку в поизон, закинул. Ты в поизон миньонов, ты что, дурак? Так, ладно, окей, я понял. Мы продолжаем, ребят, дамажить его центральную башню. Ожидаем банду гоблинов, мне кажется, сейчас уже. И также ожидаем слева шарик. Да, братан, ты читаем просто, как я не знаю что. Мышей можно, кстати, набросить. Это вообще офигенная, как по мне, идея, тихонечко. Пытаемся дамажить, а нафига ты сюда-то даешь, братик, вот эту вот свою фигню? Ты что вообще? Are you дуболом? Ой, кстати, дуболом не дуболом, а урон от этот дуболом нанес так нормально, тихонечко, пацаны. Я понял, мы потеряли вышку, но ничего страшного, все вроде как нормально, все вроде как под контролем, да? Надеюсь на то, что да. Срочно фигачим гиганта, пацаны, у него единственное, что может нам помешать, это надгробие, поэтому я готов к надгробию, да, это было читаемо. Друзья, шахтер, пожалуйста, на помощь, шахтер, братик, выручай. Раз, два, тупо, три, оп, все. Красиво. Я считаю, вот это вот было офигенно. Вот это вот каточка, пацаны, прям, ну, как по мне, чётенько. Вот это вот было красиво. 30 трофеев, 3 короны, минус кэп. И самое главное, что доделали даже некоторые квесты. Ну, ты гля, какие мы красавцы. Забираем, собственно, эту награду. Подрывник нафиг не нужный. И торнадо. Нафиг не нужно, я тоже скажу так. Короче, королевский сундук. Чекаем, что внутри. Очень надеюсь на легендарку, потому что очень много сегодня сундуков нас подвело. Много откуда могла она выпасть, но в итоге даже отсюда не выпало. Ну, в принципе, и бог с ней. Короче, друзья, я считаю, что выпуск довольно профитный. Поиграли мы довольно неплохо. И прикиньте, вот было бы где-то на 30-ку кубков больше, если бы не вот это вот просто... Ну, нереально обидная карточка, серьезно. Офигенная контрдека противника и 5 хп на башне. Круто. Ладно, ребята, не будем расстраиваться, вот какой-то такой получился выпуск, очень надеюсь, то, что он вам понравился, если так, то ставьте свои пальцы вверх, будет правда очень приятно, ну а на этом все, всем удачи, сорян за лагающий хромакей, солнышко, ты как никогда, ну да, как никогда не вовремя, хотя в принципе, в такую погоду, не, солнце нормально, не будем на него гнать, пускай выходит редко, но метко. Все, друзья, до скорых новых встреч и давайте, удачки.